опустевшем сердце солнце зажигать. Ты научил меня любить, а я прошла бы этот путь только с тобой. Ты научил меня любить, ты научил меня мечтать, и в опустевшем сердце солнце зажигать. Ты научил меня любить, а я прошла... Всем привет, меня зовут Ред. Я кого хочешь научу любить. Это была Катрин, с, конечно же, с названием «Ты научил меня любить». С песенкой, ну да, хорошая была песенка, замечательная. Далее будет еще лучше, потому что Дан Балан и Вера Брежнева «Лепестками». Ну да, это не весна, но лепестками всех разбросала любовь. Все свои комментарии, предложения, просьбы и приветы вы можете отправлять к нам ВКонтакте /DJRadio. Просто пишите ВКонтакте /DJRadio и подайте к нам. Пишите нам сообщения. Обязательно их зачитаем. Мы вас любим. Слово кровь автостопом. Прямо к сердцу доберусь, где приходит грусть. И лепестками слез ты уйдешь всерьез со мной. Но разойдемся вновь. А ты прости в мои глаза, боюсь остаться с тобой. Вы не поверите, сейчас меня рассмешил ролик, ну, я не знаю, как мне это обозначить. Электроциклы полиции опробовали на открытии чемпионата мира. Боже мой, это страшное убожество. Электроцикл без дверей. На что это похоже? Это похоже на... Ну, сзади колесо, впереди два колеса. Это похоже на... Если бы это летало, чудо-юдо, да. Но так это не летает. Даже сами полицейские ржут. Я сейчас добавлю ВКонтакте этот сумасшедший ролик. Я даже не знаю, как это назвать. Это... Ну, это электроциклы полиции. Как это еще обозначить? Без мата. Я даже не знаю, как это... Ну, приличное слово мне приходит в голову, это говно. Это говно, в Москве говно, на чемпионате мира. Просто по-другому я сказать не могу. Извините, конечно. Продолжаем слушать музыку. Что там будет дальше, сейчас узнаем. А, ну да, это Infinity, движение воды. О, движение воды, а не говна движение. Да, точно. Yeah.
тонких линий пульса стук не разгадать. Я не просила все легко воспринимать. Только до рассвета снова с кем-то, но не с тем. Дальше без ответа молча вдоль прозрачных стен. Уйти, забыть, оставить все внутри. Стал игрой воды, движением реки. Уйти, забыть, оставить все внутри. Стал игрой реки, движением воды. Кстати, как у вас там настроение, в каком бы городе вы ни находились? Если отлично, это замечательно, потому пока отлично, настроение поднимает не только любовь, но и взаимоотношения в семье. Семь радиостанций в одной, диджей-радио. Ну, а когда любви нет, тогда и настроения нет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Не понимаете? Или понимаете? Стиль «Любовь» у нас, «Инфинити».
почувствуй нашу вибрацию. Ну еще две песенки прямо сейчас. Меня они, кстати, вот сейчас увиделись в плейлисте, и я думаю, почему бы их не поставить? Ну, пока у вас нет никаких заявок музыкальных, что хотите послушать, транс, или что-нибудь из 2000-х годов, и что-нибудь из русского, ну, это не важно. Судя по всему, что вы хотите другое послушать. Да, что я дальше скажу. Диджей Грув и Диджей Дождик, ну, это замечательные две композиции. Почему замечательные? Ну, потому как я видел видеоклипы, и как там люди с ума сходят на дискотеках под этих исполнителей. Счастье есть, и почему же? Да, почему же? Почему же, почему же? Да, вот действительно вопрос такой, почему же? И вот ответ очевиден, потому что вы слушаете дизель-радио. Да, и отличное все настроение. Вчера дождик был у нас в городе, ну, такой долгожданный дождик. Так всю ночь шел, и весь день шел, и там луж. Очень много, знаете, очень много луж. Да, и вот что я подумал, месяц не было дождя, а в Европе у нас град идет. Как-то погода странно изменила свои мероприятия. В Европе хана. Хотя бы в Америке была бы хана, и было вообще здорово. А вот у нас отличная погода. Сегодня суббота, 16 июня. Это замечательно. Это ты, ку-ку мой мальчик. А, как хорошо. И я сошла с ума. Какая досада. Глобальный хит. Каждый четверг. Супер премьера. Как некультурно.
счастье есть. Кровь, а быть может, ты одна стоишь печально.
Ну, это актуальная песня для тех городов, где дождик капает по лужам. Ой, хочу послушать Сикейч, не знаю, как вы, а вот есть такая песенка «Good guys only been in movies». Есть такая песня, да, и вы ее можете послушать и не только сейчас, но и на нашем диджи-радио-канале на Ютубе. О, боже мой, я это сказал. Ой, боже мой, значит, 5 по-английскому, в школе ты хорошо учился, да, сейчас мы это и послушаем. Реклама. Padre, non posso resistere alla tentazione. Adoro la cioccolata, ne mangio troppa. Очень вкусный шоколад Red. Почти вдвое меньше калорий. Удовольствие без чувства вины. Хочешь снимать сверхзамедленное видео? Хочешь миксовать его со своей любимой музыкой? А может быть, хочешь делать гифки, которыми будут делиться все? Хочешь? Тебе нужен Samsung Galaxy S9. Купи его с выгодой до 50 тысяч рублей и получи замену экрана в подарок. Узнайте первыми об изменениях налогового законодательства, автоматизации бухгалтерского учета, современном аудите и консалтинге. Аудиторская фирма ООО «НТЛ Аудит». Телефон в Брянске 74 11 63. Бухгалтерский учет и аудит. Все товары и услуги, рекламируемые на диджи-радио, сертифицированы. Почему в лесу еловом любим всей семьей гулять? Почему детишки могут летней ночью сладко спать? Почему мы наблюдали восхождение луны? Потому что с москитолом комары нам не страшны. Москитол потому и не кусает. Дорогие друзья, вы слушаете диджей-радио, которое подарит вам море позитивных эмоций и не менее хорошего настроения. Только лучшая музыка. Ты чувствуешь это? О, да. И в том году я собирал землянику с Андреем. Мы ездили. Это наш замечательный друг. Его зовут Андрей. И мы ему передаем привет. Куда-то он пропал на месяц. Не знаю, наверное, любовь. И вот за грибами в этом году хочется мне съездить с ним. Да. Ну вот по землянику не пойду, потому как комары. Даже москитол у нас не спас. Ужасные комары огромного размера. Просто облепили все мои руки. О да. Don't you hear my calling?
конечно же, вы скажете, что это уже было. Да, это уже было. Мика Лейнен, Ким Киона, Breeze of the Wild. Боже мой, какая сумасшедшая композиция вас ждет. Вы, конечно же, ее уже слышали. Вы, конечно же, ее уже видели. И прямо сейчас будет именно она. А почему? Ну, нравится она мне. Вот с ума схожу. Ну а потом будет One Amazing Day. Да, один сумасшедший день, и он будет ваш. Вы слушаете Диджи Радио. Всем отличного дня. 12:47, суббота. Половина июня уже прошло, а вы еще, не знаю, где вы еще, потому как лето в самом разгаре, да, какое же будет это лето. DJ Radio. DJ Radio. Общайся DJ с нами Radio. ВКонтакте /DJ Radio.
диджей, только на DJFM. Наше легкое время, вы спросите меня, что же спасет всех нас? А нас спасет, вы не поверите, нас спасет доброта и любовь. Любовь, ну это самое главное в жизни. Первое Трансрадио города Брянска. Welcome on board radio show Trans in my mind. Transformation. Это моя добыча. Диджей. Бандерлоги. Хорошо ли вам? Настройся на лучшее. Настройся на лучшее. Всем привет, меня зовут Рэд, вы слушаете Диджей Радио. 1 марта 2014 года нам исполняется 7 лет. Спасибо всем диджеям, которые записывают свои радиошоу. Станьте диджеем, запишите себя и пришлите к нам на почту. Я не знаю, какой у меня английский, наверное, на двойку, но Тайкас, группа One Amazing Day. Это замечательная музыка, которую вы можете лицезреть именно на DJ Channel канале на YouTube. Это замечательная настроение, которое у меня сегодня, непередаваемое ощущение. Это не потому, что наша сборная по футболу выиграла со счетом 5-0, а это потому, что сегодня суббота, господи. Да, и вот почему-то любовь меня посетила. Я хочу всех любить сегодня, не знаю почему. И вам этого желаю. Подойдите к кому-нибудь сегодня, поцелуйте, обнимите.
и скажите: «Я вот тебя люблю», и вы поймете, вы меня точно поймете, потому как любовь передастся и в ваше сердце, в вашу душу. Любовь просто окутает все ваше тело. Любовь. В жизни никаких денег, не надо деньги никакие вспоминать. Ой, боже мой, что-то я прямо это возбудился прямо. Любовь — это главное в жизни, ребята. Больше никаких денег не... Вы не купите любовь? Нет, нет, никакими Apple'ами вы не любовь не купите. Диджей Радио. Диджей Радио. Сделано в России. Это другой мир. Другая вселенная. Другая вселенная. Диджей Радио. Почувствуй нашу вибрацию. Только хорошая музыка. Транс Мьюзик. DJ Radio. Почувствуй нашу вибрацию. Вы слушаете интернет-радио. Только хорошая музыка. Продолжаем разговор. У нас отличное настроение, отличный день, суббота, господи, что может быть лучше? Ну, наверное, только хорошая музыка. И это прямо сейчас. Вот действительно говорю вам, точно, слушайте Диджей Радио, слушайте Диджей Радио, и у вас будет все окей. We'll be right back.
ладно, хорошего понемножку. Что-то вам все про любовь, да про любовь рассказываю. А вы сегодня кушали? Завтракали? А, кстати, время-то обеда, и ученые говорят, что... Что-то мне тут на экране выстрелилось. Алиса. Не знаю, что ты хочешь. Я, наверное, знаю, ты кушать хочешь. Да, и Windows 10 отменяется, Microsoft новость мы уже сегодня, вчера опубликовали, и сегодня заявляем точно, что Windows 12 будет, и Windows 11 уже появится в этом году. Ну что ж, Microsoft, как всегда, Америка как всегда врет, знаешь, это непостоянная какая Америка-то, сегодня одно, завтра другое. Сегодня говорят, не будет 10-й конечный Windows. Сейчас продолжу минутку. Одну секунду. Время. Время. Самый ценный ресурс во Вселенной. Время прекрасно. Цените каждое мгновение. DJ Radio. End of Love композиция началась. Группу я назвать не смогу. Сейчас, подождите. 9X. Как-то так называется группа. Странное название. Ну, для русского все странное. Даже то странное, что Америка сначала говорит «да», а потом говорит «нет». Сначала мы бомбим Северную Корею. Все уже ждали войну, но нет, Америка не стала бомбить Северную Корею. Господи, она встретилась с лидером Северной Кореи и заключила мир. И все в ужасе, все в панике, что дальше-то ждать от Америки, она всех любит, да, нет, не может быть, боже мой, как же так, ну, все-таки, да, сначала Windows 10, конечная Windows 10, а сегодня я узнаю новость, вчера я узнаю новость, что Windows 11 появляется в этом году. И он будет бесплатный. Представляете, Windows 10 стоил 15 тысяч, грубо говоря, 12, 9 где-то. А сейчас появляется Windows 11, бесплатная версия. О, и он будет похож на Windows 7, не может быть. Что-то с миром творится-то. И это не самое... Тут у меня Алиса появляется. Привет. И все, что я умею делать. У меня открылась Алиса, вы не поверите. Ты у меня, Алиса, появляется. У меня вирус, дамы и господа. Вы только что слышали, что у меня появился вирус. И это Алиса от Яндекс. Что это у меня открылось-то? Я сейчас с ума сойду. В прямом эфире Яндекс Алиса. А что она хочет? А диджей радио ты умеешь открывать? Ай, дура, ты не поняла меня. Что ж ты открылась-то? Слушай, ну, диджей радио. Открой мне диджей радио, Алиса. Алиса, открой мне диджей радио. Чего-то не понял. Скажите, слушай, Алиса. Слушай, Алиса. Открой мне диджей радио. Я, короче, понял, в чем фишка. Слушай, Алиса, открой мне диджей радио. Да, стоит включить микрофон, и тут появляется развалец. Диджей радио откроешь? Нет, не сможет открыть. Диджей радио откроешь? Нет. Не смогла. Еще раз. Диджей радио. Открой мне диджей радио, Алиса. Диджей. Она мне открыла диджей радио. Я в шоке. Да, это вот шутки такие. Понимаете, когда микрофон включен, надо все-таки удалить чертовой матери эту Алису. А вы слушаете диджей радио. Всем отличного дня. We'll be right back.
да, ну да. Главное, это еда. Вот оно, да. Если кто-то спросит меня, какую пищу я люблю кушать. Ой, без чего бы я не мог обойтись? Ну, наверное, без... без яичницы. Да, это я вот обожаю. Просто яичница — это моя самая главная еда. Это каждый день я ем. Без чего бы еще? Давайте второй вопрос. Да-да-да-да-да. Это, наверное, без воблы. Ну да, я очень люблю таранку. Просто обожаю рыбу. Без рыбы я бы не прожил бы. Ну, раз в месяц точно. Если не будет рыбы больше, не будет океанов, то, наверное, я с ума сойду. Третье. Без чего бы еще не смог прожить? Без воды. Знаете, помимо еды есть еще и вода. И вот в день я где-то могу выпить, ну, литр точно воды. Ученые говорят, что вода снижает вес. Вы не поверите. Но вода еще наполняет наш организм энергией. И в зависимости от того, какую воду вы пьете, хорошую или плохую, у вас в течение дня энергии наполняются ваши клетки. И ваши мозги тупеют от плохой воды. Вы не поверите, но это точно правда. Вот стоит мне выпить воды из-под крана, и мне ничего не хочется. Вялый организм. Секунду. А стоит выпить хорошей воды, и организм наполняется энергией и желанием жить, и что-то творить, что-то делать такое вот хорошее. Все-таки Российская Федерация, она богата водой, но вот трубы, в которых поселилась наша вода, отвратительного качества, и вот налоги повышают, а трубы не меняют. Вот зараза-то какая, ах ты, Медведев, падла, вот тут не знаю, вот трубы поменяй в стране, нахрена НДС повышать, бензин повышать, вот меня вот это вот бесит просто, вот кто-нибудь бы этого Медведева по башке бы стукнул, вот Путина не хватает на этого Медведева, вот Путин, где ты? Стукни ты этого медвежонка, нахрен, чтоб он, не знаю, а? Ладно, хорошее настроение загоняем в себе, в грудь, в сердце, в душу, отпускаем все плохое, тем более Медведева, отпускаем Медведева, отпускаем Медведева. Может быть, мы его отправим на Марс и на Луну, не знаю, вот хочется мне куда-нибудь вот дать ему по башке, вот когда он, особенно видео это смотрю, когда он танцует, как дал бы по башке ему, вот со всей силы, не знаю, почему радиостанции об этом не говорят, дайте по башке Медведеву, блин, но никто не дает ему по башке, ну ты подумай, особенно это Наибулина, это вот Намибулина, вот это вот сидит в этом банке, вот какого хрена она там сидит в этом банке, и что, ну наверное, она до этого и сидит, чтобы вот так вот и творилось в Российской Федерации. Ну вот как-то там все так хреново. Так все вот просто вот я не знаю, вот что происходит в этой Москве. Я, кстати, уже писал на странице ВКонтакте. Давайте мы Россию-то отсоединим от Москвы. Москва – это хрень. Хрень на земном шаре. Она миллиардерная Москва. Это вот давайте отсоединим ее от Российской Федерации. Мы, Россия, мы не хотим жить с Москвой. Нет, Москва – это Москва. Да, блин. А Россия – это Россия, это душа. Душа Вселенной. Мы должны отсоединиться от нее. Не потому, что там много денег, а потому, что она сосет нас. Она нас сосет, понимаете? Нас имеет каждый божий день. Ну, это же вообще невозможно жить. Фу, ну ладно.
выплеснул я отрицательные эмоции, все высказал. Нет, мне не стало легче, мне стало еще хуже, потому что Москва по-прежнему Российской Федерации столица. Ну какого хрена, ну даже Питер, кстати, вот из нашего города все в Питер уехали, 200 тысяч населения покинуло Брянск, уехали в Питер, предатели, сраные предатели. Уехало 300 тысяч населения в Москву, засранцы, блин. Вы погнались за деньгами. Ну ладно, что поделать. Ой, они поехали к медведю, они поехали к Путину. Ну, мы, конечно, уважаем Путина. Ну, Медведев, ну это вообще гнида. Просто я не знаю, что сказать. Сегодня я все сказал, что я хотел, но это гнида. Не знаю, наверное, нас закроют завтра. Да, нас точно закроют, слушайте. Что-то я наговорил. Еще я на YouTube выложу сейчас это видео. Ох, уже мотоцикл ехает по дорогам. Ладно, пойду гулять. Слушать буду по дороге Диджи Радио. Какую-то музыку хорошую сегодня я поставлю. Наверное, транс будет сегодня днем. Когда я буду гулять, слушать музыку, говорить я, конечно же, не буду. Но вы тоже пишите мне какие-нибудь сообщения хорошие. Потому как час уже закончился, 58 минут я в эфире, и 13:17. В общем, положительные эмоции сегодня держите в своем сердце. Думайте о том, кто у нас плохой. А это Медведев, засранец, это главный Медведев. Ну, самый главный, да, да, он самый главный засранец. Ну, ты Мишка, ты мой колоса, косолапый, ты мой Мишка, засранец. Он за все отвечает, да, 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 он хотел за все отвечать, он за все отвечает. Что у нас там будет в эфире? Ну, в эфире будет хорошая музыка. И, кстати, вы в игры играете? Советую, ну это, кстати, реклама, советую поиграть в игру «Наноферма». Вконтакте мы в эту игру играем ежедневно. Наслаждаемся жизнью, правда, какие-то правила странные в этой наноферме. Всем, кстати, привет передаем, отлично, желаем всем настроения, всех прохождений квестов. И самое интересное то, что еще мы играем в игру Doom. Да, всем поклонникам игры Doom посвящаем этот сегодняшний эфир, заключение нашего разговора. Doom обожаю. Почему? Ну, это отличная игра, просто, не знаю, ничего так больше не боялся, как Дума 3 и Дума 2016. Кстати, в августе выходит продолжение Дума. Я думаю, что это будет ушибательно. Ролик мы уже выложили ВКонтакте, посмотрите. ВКонтакте / Диджи Радио обязательно Дум посмотрите. И всем поклонникам Дума мы посвящаем следующую композицию, да, точно. Всем спасибо, все свободны. С вами был DJ Red. Всем отличный привет. Только хорошая музыка. Trance Music. DJ.